На телеканале «Беларусь 4 Гомель» новости спорта. В студии Михаил Садовский. Здравствуйте. Сыграны все матчи 4-го тура чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге. Завершающим стал поединок между Мозырской «Славией» и Брестским «Рухом». В домашнем поединке представители Гомельской области не добились победы. Они не смогли воспользоваться преимуществом после удаления из команды соперника. Результатом матча стала безголевая ничья для мозырских любителей футбола. Эта встреча стала историческим событием. Поединок «Славии» и «Руха» – первая официальная игра. Пятый тур чемпионата Беларуси пройдет с 16 по 18 апреля. Подопечные Михаила Мартиновича встретятся в гостях с Ислачью в субботу. Стартовый свисток прозвучит в 14:00. Сегодня «Славия» находится на пятой строчке турнирной таблицы, Ислач на седьмой. И к другим новостям футбола. ФИФА обновила рейтинг сборных. Национальная команда нашей страны занимает 87-е место. По сравнению с прошлым списком, положение команды главного тренера Михаила Мархеля не изменилось. В активе наших футболистов 1283 очка. За последнее время сборная Беларуси провела два товарищеских матча. В них она одержала минимальные победы над футболистами Узбекистана и Болгарии. Лидируют в рейтинге сборные Бельгии, Франции и Бразилии. Напомню, все международные матчи в связи с пандемией отменены. Белорусская федерация гандбола внесла изменения в проведение национальных чемпионатов. Первенство Беларуси среди мужских команд в первом дивизионе продолжается по утвержденному календарю. Чемпионат страны среди женских команд в группе А приостановлен до 9 мая. Даты проведения перенесенных матчей федерация озвучит позже. Финал четырех Кубка Беларуси также переносится. О новых датах сообщат дополнительно. Также принято решение 20 апреля завершить чемпионат Беларуси среди мужских команд в группах Б и В, среди женских команд в группе Б. Итоговые места 28-го чемпионата Беларуси в данных группах будут распределены по текущим результатам в турнирных таблицах. Чемпионат Беларуси по плаванию перенесен на неопределенный срок. Соревнования были запланированы с 21 по 25 апреля в Бресте при закрытых трибунах. Ранее также Белорусская федерация плавания отложила на неопределенный срок первенство страны среди юниоров. О новых датах турниров будет сообщено позже. На этом пока все. С новостями спорта вас знакомил Михаил Садовский. Оставайтесь на «Беларусь 4».